Громкие фанфары и шоу мажореток, сотрудники предприятия и первые лица города, открытие современного центра по обслуживанию населения филиала «Бобруйсгаз» – событие значимое и торжественное. Как и положено по традиции, символичная красная лента. После помпезного открытия в Бобруйске, без преувеличения, наступает новая эра и новые стандарты в работе с потребителями. Центр обслуживания – пример нового подхода и предоставления комплексных услуг. Вот этого сервисного центра – это движение вперед. Как в создании современных условий труда для наших сотрудников, так и, безусловно, в качестве предоставляемых услуг нашим абонентам. 900 километров трубопроводов, 79 тысяч абонентов на природном газе и 15 тысяч на сжиженном. Все это огромное хозяйство Бобруйска и района. Теперь все абоненты будут оперативно обслуживаться в едином, комфортном и прогрессивном центре, без лишних хождений по кабинетам. Опытные операторы ответят на любые вопросы и проведут консультацию. Как газифицировать свой дом, провести установку или замену оборудования. А еще здесь можно узнать счет, оформить договор, узнать о тарифах, льготах и задолженности. Сегодня не надо никуда выходить, искать, созваниваться с кем. Это все в одних руках. И сегодня оператор может четко сказать, какая проблема, что нужно сделать, и оперативно принимать решение. Вот важно. Это важно сегодня для населения и для города. Мы сегодня реально можем управлять этим процессом, не создавая никаких аварийных проблем. Уже буквально в считанные минуты после открытия в сектор по обслуживанию стали приходить клиенты. Одна из первых консультацию получила Валентина Прусова. Уже на камеру делится впечатлениями. Пришла в это здание первый раз сегодня, очень понравилось. Девочки очень хорошо встретили, все рассказали. Приезжал на переоформление договора, потому что отец умер. Поэтому все очень впечатлило. Спасибо за такое отношение, вообще все хорошо. Центр по работе с населением готов принять всех желающих по адресу улица Орджоникидзе, 106В. Кроме того, в ближайшее время газовщики по инициативе мэра поделятся инновационным во всех отношениях опытом с коммунальными службами Бобруйска. Аванес Степанян, Иван Боровой, Бобруйск 360.